Что нужно делать, если человек провалился под лед? Конечно же, вызывать спасателей. Сколько нужно техники и водолазов для спасения одного человека? Мастер-класс от Химспаса. Водолаз. Он работает в самых сложных случаях, когда под толщей льда беспомощный человек и нужно спускаться в ледяную воду. Чаще достаточно обычных спасателей. Они мониторят обстановку на снегоходах или судах на воздушной подушке. Сегодня в Химках провели учения для представителей всех муниципалитетов Подмосковья. Здесь очень удобно. И арена Химки, где мы провели теорию, и канал имени Москвы в шаговой доступности, где мы провели практические занятия. Потом, с учетом того, что здесь количество населения, плотность населения, это близкая Москва, вы сами понимаете, это очень актуальный вопрос. Практика от бойцов Химспаса, а теория от сотрудников главного управления МЧС. Поделились опытом в организации безопасности, рассказали о нормах использования ледовых переправ и особых требованиях. Сейчас учения прошли около сотни человек. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.